Hello, my dear pupils. How are you? Are you okay? Are you ready today for our lesson? Здравствуйте, дорогие ученики. Как ваше настроение? Отлично, да? Вы готовы к сегодняшнему уроку? Давайте начнем. Open your books, English 6, on page 251. Today we have theme, let's keep our school clean. Откройте книги, 251. Тема наша сегодняшняя. Let's keep our school clean. Переводится на русский. Давайте держим нашу школу чисто. У нас 14 раздел, 14D, unit 14D. Lessons 141 and 142. Уроки 141 и 142. Смотрите на эти картинки. Look at the pictures. Describe the pictures. What are the students doing in each picture? Вот в этих картинках что делают ученики? Каждой картинке что-то делает, да, они? Что делает? What they doing? Yes, of course. Они убираются, да? They are cleaning the school. Они убираются, вот, делают уборки в школах, да? Вот на первой картинке парту чистит, на втором подметает, да? На третьем тоже подметает они. Ну, уборка делает, да? Exercise to discuss questions with your partner. Надо обсуждать эти вопросы с друзьями, то есть партнерами. Do you clean your classroom and school? Вы чистите свой класс и школу? How often do you do that? Как часто вы делаете это? И what do you do to keep your classroom and school clean? Что-то делаешь, чтобы ты сохранишь, да, чисто класс и в школе. Что ты делаешь? See, do you like it? Тебе нравится это? Почему? Почему нет? Why not? D, why should you keep your school clean? Почему ты должен держать школу чисто? Твою школу чисто? На это вопрос вы должны ответить мне. Хорошо? Еще дальше. So, next. Exercise 3. With the dialogue between Aygul and her friend, Cholpon, who are talking on the phone. Читайте диалог между Айгуля и ее друзья, да, друг Чолпон, который разговаривает в телефоне. When are they going to the cinema? Когда они поедут в кино? Чолпон. Hello, Айгуль. Hi, Чолпон. How are things? Not too bad. Айгуль, your favorite film Avatar is on at the cinema. Would you like to see it? Alright, I'd love it too. Great, let's meet on Saturday at 3 p.m. I'm afraid Saturday isn't good for me. We're cleaning our classroom on Saturday. At our school, we clean our classroom on the first Saturday of each month. On this day, all of us come and make our classroom tidy. We water the plants, dust the shelves and bookcase, clean the windows and desks, sweep and mop the floor. What about you? We also clean our classroom. At our school, we take turns to be on duty. Each time, two students are on duty every day to keep the classroom clean. They dust the shelves, sweep and mop the floor after classes. Can you make it on Sunday? I'm sorry, I can't. I'm visiting my grandparents on Sunday.
What about next Saturday? Yes, that's fine. Shall we meet outside the cinema Alato at 3? Fantastic. See you there. Так, на этом все. Диалог закончился. Они вот разговаривают по телефону. Так. Они обсуждают, да, чтобы пойти в кино. Айгуль, фильм, любимый фильм Айгуля, это «Аватар». Чолпан предлагает, вот будет в кино «Аватар», можем ли мы идти или нет. Вот Чолпан отвечает, 3 часа, суббота, я занято, говорит, что они будут чистить классы в субботу. В школах будет субботник, да, каждый месяц, первый суббота, у них будет день, то есть санитарный день в школе. То есть они там будут чистить классы, они будут чистить школу, подметает, вот. Они как-то держат школу чистота. Потом они договариваются на воскресенье. В воскресенье тоже Чолпона нет времени. Вот, а следующую субботу они договаривались пойти в кино. Вот они будут встречаться в кинотеатре Алато в 3 часа. На этом Айгуль и Чолпон согласится вместе и договаривается, да? Все. Четвертое упражнение теперь у нас. It's dialogue again as sentence true or false. Читайте диалог еще раз. Предложение правильно или неправильно? Correct false sentence. Если правильно, да, true будет, да, true поставите. Если неправильно, false. False будет. Если неправильно, да, вы должны исправить. Например, первый. Айгуль declines Чолпон's invitation. То есть Айгуль. То есть вот здесь Айгуль отклоняет приглашение Чолпона. Нет, это неправильно. Айгуль согласится на приглашение Чолпона. Поэтому фэлс, это неправильно. Вот будет правильно. She accepts your invitation. Она принимает, то есть ее приглашение. Второй. Second. Айгуль and her classmates clean their classroom once a month. Айгуль и ее одноклассники чистят их класс однажды, так, один раз в месяц. Третий. Чолпон and her classmates clean their classroom together every day. Чолпон и ее одноклассники чистят их класс, да, вместе каждый день. Четвертый. Айгуль and Чолпон are meeting next Saturday outside the cinema at 3. Айгуль и Чолпон встретятся следующую субботу площади кинотеатра Алато, 3 часа. Вот, остальные, второй, третий, четвертый, вы будете делать так же, как и на первой. Если правильно, да, true поставьте и все, а если неправильно, false. А вы это будете переписать в тетрадь, а потом мне отправите. Хорошо, это вам задание, четвертое упражнение, exercise 4, it's your home task. Если вам непонятно, еще разок смотрите видео. Если какие-то вопросы будут, спрашивайте, я постараюсь вам ответить. И на этом все. Вот, потом у нас грамматика present continuous for future arrangements. Настоящее продолженное время для будущих времени, да, для будущих действий. Ну, на ing добавим и все. Goodbye.